26-27 мая 2016 года состоялась Международная конференция современной инновационной технологии подготовки инженерных кадров для горной промышленности и транспорта. Ставшая уже традиционной, конференция проводилась по инициативе и на базе кафедры основ конструирования механизмов и машин при поддержке учебного центра «Инфотех», группы компании «Аскон», от Тюбинского оригинального государственного университета имени Жубанова и общественной организации «Открытое знание». В конференции приняли участие 158 человек. Было представлено 93 доклада из Украины, России, Казахстана, Германии и США. Организаторы конференции занимают активную и принципиальную позицию при формировании секции и отборе докладов, благодаря чему все представленные доклады были актуальны, всесторонне охватывали вопросы, возникающие перед современными инженерами, и имели высокий уровень научной ценности. При проведении мероприятия, помимо классической формы представления, также использовались современные интерактивные средства визуализации и передачи информации, что позволило значительно расширить аудиторию участников. Особенностью конференции этого года было участие специалистов авторизированного центра Autodesk, чьи программные продукты широко известны в мире, используются заслуженным авторитетом при разработке инновационных технологических проектов различного уровня. Ведущие преподаватели, ученые механико-машиностроительного факультета, а также приглашенные специалисты отметили, что участие в конференции представленного формата позволяет студентам значительно повысить свою конкурентную способность на рынке труда, так как дает возможность получить современные знания и в дальнейшем интегрировать их в своей профессиональной деятельности и при реализации технических идей.